Крупногабаритные автомобили проходят весовой контроль на Покровском тракте. Управление дорог Якутии совместно с МВД подписали соглашение о контроле грузовых автомобилей. Цель сотрудничества – выявить нарушения и проверять наличие разрешения на перевозку грузов. Отметим, что по правилам пятиосные автомобили могут перевозить не более 40 тонн груза, шестиосные – не более 44. В скором времени весовой контроль планируют организовать в Алекминском и Ленском районах. На сегодня у нас в этом направлении Якутск-Покровск очень много тяжеловесных, ездят наши грузовые автомашины, которые со сверхнормативными нагрузками. И поэтому в целях выявления этих нарушений, в соответствии с постановлением правительства России номером 272, это о правилах перевозки грузов, есть допустимые массы, которые должны они соблюдать.